Сейчас мы тут еще посмотрим, Ванечка что-нибудь выберет. Ходить на Хэллоуин, собирать конфеты. У нас Хэллоуин. Она легкая. У нас нету Хэллоуин. Как нету, сделаем. Ну, это мы сами придумаем. У нас пока такого Хэллоуина нет. В виде черепа. Вот классные, да, штуки? Ну, прикольно. Черепки. Шляпы, смотри, с этими. Ну, такое можно тоже самим придумать. Ну, да, это обычная шляпка. Что тут еще есть? Футболочки всякие. Может, какую-нибудь футболку тебе, Милан? Я хочу футболку. Дай, может, футболочку какую-то. Футболку хочешь? Ну, идем посмотрим. Какой-нибудь брелочек, может. Ты же брелок выбирала. Ты же любишь всякие. Что тут еще есть? Может, вкусняшки какие-то? Мы же брали. А? Вот, Миланчик, что выбрала. Что разрешит? Да-да-да, потряси, посмотрим. Ну-ка. Классно. Вот на стол себе поставишь. Все? Да, вот это хватит. Да. Все, больше ничего не хочешь? Мы тут выбрали футболочку. Вот. Думали, какую взять. Вот эту или вот эту. Это вроде как поярче, покруче. Эдвин пока катается, мы за него решили ему сделать подарочек. Да, вот. И вот такой вот. И вот такой. Еще книжечку ему туда. Там с закладкой прикольная. Размер только МК остался. Эсок нету. Ну, он так любит, погоняет когда дома. Когда да. Широко у него так вот. Дома поугарает. Да. Короче, фирменный магазин. Эфирчики будет делать в этой футболке. Эфиры, да, вот. Это Эдвин во время эфира. Майнкрафт будет так играть. Пойдем. Теперь Миланочке будем футболку выбирать. Идем. Пойдем, смотрим. Красивую. Давай красивую, да. Красивую. Самую страшную. Да, самую страшную красивую. Страшно красивую футболку. Для нее футболочки, Оль, вот. Вот они, вот. Она вот такую хотела. А, такой с девочкой? Как раз у нас прохладно сейчас. Давай вот такую возьмем с длинным рукавчиком. Да? Ты же изначально хотела эту девочку, да? Там, вон там еще есть, Милан, вон. Вон там. Вот еще классно. Мне вот это нравится. И это классно, да, с девочкой. Ну просто она, Миланочка, вот это стильная, смотри, видишь? Сейчас можешь прямо ее одеть и пойдем. Она смотрится хорошо, вот. Да. Размер ее? Ну там, да, вроде 8-9. Давай, померим, может. Давай. Сверху просто одень, померь. Все, помогай. О. Все нормально размером? Ну-ка, да? Посмотри сюда. Поправить и нормально. Да. Да. О, классно. Тут еще Миланочка вот такие штуки возьмет. Это как хромовые колготки, да? Что, нормальные? Какие лучше взять? Такие или такие, но такие? Или вот, смотри, они полосатые, черно-белые. Просто зеленые ни к чему будет. Да, вот эти прикольные. Не, можешь красный вообще взять, вообще. Ну, красные они как-то как пчелка, то есть не страшно. А тут, ну, черепа такие, нет? Вот. Я не знаю, это ярко, круто. Или вот зеленый с черепами, а это ну, черные обычные какие-то. Ну-ка, одень шляпку какую-нибудь, ну, вот эту шляпку, вот эту. Просто одень померим. Да. Ну-ка, смотри на меня. Просто. Ну я посмотреть хочу. Давай я померю. А кстати идет тебе, Оль.
На Хэллоуин само то. Вот такая вот студентка. Beats off. Может, этим покатается. Но мы пойдем, наверное, дальше. Вот есть вот 4D. Что это? Unit Worn. Давай сходим, посмотрим. Я хотела по воде покататься. Не работает, может? Походу нет, закрыто. Не работает. На воде как раз таки, наверное, здесь. Давай там посмотрим дальше. А вон на воде катаются. Пошли, направо. Да, вон просто по водичке катаются. Очень классно. Идем. Мост переходим. Айда. Что там делать? Там будут вон всякие фонтаны. Посмотрим, что это. А там вон какой-то дом привидений или что это такое. Сходим тоже посмотрим. Тут смотри, о, Милан, привидение, вон, видишь, луна можно. Ага, привидение, это вот эта горка привидений. Я хотела на привидение хотеть. Ой, там страшно, смотри, горка какая. О, да. Нафиг надо. Hello. О, кондиционер, как же хорошо. О, смотри, тухлая рыба, ё-моё. Милана, Милана, ты куда с мамой бежишь? Что это вообще за мультик, я такой не знаю. Ты такой смотрел вообще, если ты не дождите год. Да? Давай быстрее, там загружается, быстрее. Ого! Я думаю, тут просто катаешься. Да нет, это просто катается. И все. Конечно. Тут сильно брызгает. Да? Тут не страшно, но сильно брызгает. Сейчас будем кататься. Папа, лучше телефон убирай. Смотри, вода. Окей, over there, over there. Вышли все мокрые, да. Такой классный аттракцион был. Вообще клево. Как будто в каких-то джунглях спускались. Прям класс вообще, как будто на байдарке там куда-то. Да, сплав вон такой идет. Вода брызгает, вон Милана вся мокрая. Еще так наверх поднимались, потом резко вниз спускались. Да, вообще четко, мне понравилось. Классный аттракцион. Честно, приходите только в купальник. Да. А вон там здоровенный аттракцион катается. Во! Сюда можно любой возраст. Офигенно. О-о-о. Прохладно как. Мокрый сразу в такой этот. Что-то не надо, Оль, что-нибудь? Нет, наверное, уже вон на шипучки, да, всякие? Сейчас пошлите в какой-нибудь еще. Пойдемте, наверное, уже найдем дядю Гора. Там те аттракционы большие уже, а для больших. Большие? Почему большие? Вот это пойдем поищем что-нибудь. Что это? Пойдем посмотрим, я не знаю. Наверное, что-то посмотреть, типа этих.
и игровой зал или ресторан. Флинтс какой-то, лаб, лабиринт, наверное, какой-то. Ой, там город такой красивый, да? Сейчас. Давай, сходим. А, тут просто игровая, не ладно. Ну, идем посмотрим, что там. Да не, не хочу. Не хочешь? Я не хочу, А что, вон, смотри. Смотрите, сардельки торчат с сосисками. Прикольное местечко. Ты тоже что хочешь? Надо? Сейчас, ребят, я пойду на самую крутую горку. Вот на этот вот аттракцион. Короче, Эдин решил. Точно, да? Точно. Может, не надо? Я уже два раза прокатился на той красной. Давай, последний аттракцион, и мы поехали домой. Все. Хорошо. Ну нормально, думаю. Все, мы здесь будем. Это. Все, давай. Тут типа травища. Смотрите, короче, это после аттракциона. Я за это не переживаю. Пойдемте. Ё-моё! Короче, это вообще жесткач какой-то. О май гад. Просто экстрим. You guys are not going? Huh? You're not going? No, no, no. My wife is up there. My children. I am not, no. Мама! 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 У него жена там, короче. О, блин! Ё-моё! Блин, жесть какая-то. Трейди! Сейчас Эдин там появится. Но походу там набирают как-то воздух, что ли. Типа помпа какая-то. Ого! Ого! Ё-моё! Ты его видишь, нет? Блин, вообще. Все, это последний аттракцион. Все, это последний, мы уезжаем отсюда. Мне за него там уже, блин, страхово. Ну. Просто перепады такие. О, блин. Главное, чтобы нормально все было. Движуха, конечно, блин. Если все, то хорошо. Да. Сейчас посмотрим, что там. Это нормально все? Если он и здесь выбежит, скажет, все отлично, то я не знаю. Я. Пипец просто, горд тут. Папа. Как они там? Че, а что вы сняли? Идет. Мама, что вы сняли? Идет. Че? Нормально? Если честно, что-то не понимаю. Да? Так резко у меня... Сердце ничего, нормально? Нет, сердце все нормально, просто
Я тоже сделала. То, что я увидел, у меня щеки аж слушай. Ну это такой. Вот вот так вот. А когда вниз просто какашка выходила. Да. Ну так чисто, очень резко. И еще так это со скоростью. Все, когда мы находимся внутри, переживаем, когда внутри, там кто-то стучит, я руку засовываю, меня дергают, я аж вот так вот и съел. Там еще лучше помню... никуда не заталкивай такие моменты. Нет, в смысле, там всегда. Кто-то стучалось, я тоже постучался, он стучится и кричит. А там дырка, я его вот так вот и сую, а мне трогают, вот еще вот с краской какой-то. Лучше так не делать, Эдвин, мало ли поедет и что-то не так. Ты лучше всегда держи. Нет, когда мы и не там, вот так, а когда в помещении ждали очередь. А, прикол, в смысле? Да, а. Еще автоматы проверял, работает или нет. Но а все там... равно, лучше так не делать. А, там рука так в стекло вот так сделалась. Да? А, это у них шутка такая, да. У них там кровище везде на этом. Там этот, типа, кровь везде на стену. А ты, Милана, и там еще как прокатилась? Такой... А, что там? Не расскажешь? Расскажу. Там еще, мам, мы катались, там еще быстрее было. Да? А что? Что, понравилось, нет? Нормально? Да, водой только все обмочили. Слушай, пап, можно там... последнее крыло с этим гором? Когда клоун стоял, мы думали, что это манекен, таким трогаем, отворачиваемся, смотрим, а он перемещается. Думаем, что это такое, а потом как раз вот так дергается. Все к стеклу подошли. Че, нормальный парк? Да. Понравилось? Можно последний раз? Нет, там, где дядя Гором, вы стояли, ждали, напротив же, голодные игры есть, самолет. Да? Да. О, смотри, какие люди, Милан. Я думал, что это такое. Сделай фотку, Милан. What's up, man? Идите, я иду.